Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда, шириной 3, длиной 5 метров. Теплица у нас под стеклом. Пока приехали, разгрузились. Все разложили. Сейчас начнем сборку. Теплица будет стоять на бетонном основании. Каркас мы установили, все выровняли, закрепили его к бетону с помощью анкеров. По низу установили такой супер-пупер отлив. Отлив специально был изготовлен по размерам данного основания бетонного, с учетом вылета за пределы теплицы. В принципе, все готово у нас к тому, чтобы крыть стену стеклом, то есть прикручены профиля направляющие, заготовленные резинки, уплотнитель наклеен. То есть сейчас мы перейдем к тому, что будем вставлять стекло. Покрыли мы стеклом стены, крышу. Сейчас у нас будут параллельно делаться. Один человек будет делать форточные блоки, другой начнет делать торцы. И после этого теплица будет готова. Вот, начались сумерки, закончили мы монтаж, успели до полной темноты. Смотрим снова. Дверь у нас, все. Пленка снята, дверь на крючке, все отрегулировано. Раз. Все. Ключ, все работает. Все наклейки убрали. Теплица чистая, красивая. Можно сажать рассаду. Вот такая теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Clinging, and one thing in my head. TP as I am, I wake up with.